прыжок в длину с разбега – один из самых старых видов легкой атлетики. Он был включен в программу первых Олимпийских игр, проходивших в Афинах в 1896 году. Быстрый стремительный разбег, отталкивание вверх с минимальной потерей скорости, сохранение хорошего равновесия во время полета и далекое выбрасывание ног при приземлении – основы прыжка в длину. В прыжках в длину теоретическая дальность полета зависит от величины начальной скорости, угла и высоты вылета. Анализ прыжков выдающихся спортсменов позволил установить, что увеличение скорости разбега с 9,1 до 10,7 метров в секунду соответствует росту результатов с 6,90 метра до 8,90 метра. Так прыгают лучшие прыгуны в длину. Задача разбега – набрать наивысшую скорость на последних двух шагах, сохранив при этом ускорение и способность произвести отталкивание. Самый простой и легкий в обучении способ разбега – равномерно ускоренный, при котором каждый последующий шаг выполняется быстрее предыдущего. Прыгуны, как правило, пользуются контрольной отметкой за 6 беговых шагов до планки. Психологическая установка при подготовке к прыжку должна быть не на сильное отталкивание, а на скорость и мощное набегание на планку. Эффективность техники отталкивания лучших прыгунов в их умении отталкиваться высоко, не теряя при этом скорости. Отталкивание с небольшого возвышения можно использовать для того, чтобы избежать стопорящего толчка. Опуская или поднимая мяч, приближая или отодвигая его от места отталкивания, мы заставляем прыгуна тем самым отталкиваться под необходимым углом, сохраняя при этом скорость вылета. Это упражнение делается для того, чтобы не отрывать мах. Маховое движение должно быть достаточно широким. Плечи в момент отталкивания не должны отбрасываться назад. Они продолжают движение вперед, вверх. Итак, не ставить ногу, не втыкать ее, а как бы вбегать в отталкивание, настраиваясь на быстрый мах и на отталкивание вверх. Существует несколько способов прыжка в длину. Способом прогнувшись, прыгают многие сильнейшие прыгуны мира. Прыжок в шаге можно применять для отработки маха в сочетании с активной работой рук. При продолжении беговых движений в полете подготовка к отталкиванию проходит для прыгуна естественно, без заметного нарушения структуры последних беговых шагов. Это упражнение на правильность приземления.
прыгуны должны помнить, что 10 сантиметров высоты подъема ступней дают 16 сантиметров в дальности прыжка. В этом упражнении надо следить, чтобы ступни ног были взяты на себя, а сами ноги выпрямлены в коленях. К средствам общей физической подготовки относится большое количество упражнений, способствующих выработке общей тренированности, развитию координации, способности к расслаблению и выработке быстроты реакции. Упражнение «Смена выпадов». В этом упражнении быстрота движений достигается за счет совершенствования координации движений и согласованности в работе мышц. Работа руками на частоту. Важно делать это движение, не зажимаясь в плечах. Беговые движения ногами. Хорошее упражнение для выработки межмышечной координации. Подскоки на месте. Стараться полностью расслабиться и встряхнуть ноги. Это упражнение для укрепления брюшного пресса. Упражнение на быстроту и координацию, подбив ноги. Полезно сочетать упражнения на быстроту и расслабление с некоторыми упражнениями силового характера. Специальные упражнения для выработки правильной осанки. Поднять руки вверх, опустить через стороны вниз и расслабиться. Задача беговой подготовки – развитие скоростной выносливости, повышение скорости бега и на этой основе построение быстрого и стабильного разбега. Одним из средств беговой подготовки являются беговые упражнения. Семенящий бег. Бег с высоким подниманием бедра. Беговое упражнение с подбивом бедра. Подскоки. Ходьба, переходящая в бег. Бег с ускорением – важная часть спринтерской подготовки прыгуна в длину. Такой старт с помощью партнера – хорошее подсобное упражнение, чтобы чувствовать наклон туловища в беге со старта. Низкие старты с сопротивлением партнера вырабатывают правильную основу низкого старта. В тренировке можно использовать утяжеленные манжеты. Решение задач скоростной силовой подготовки осуществляется в разнообразных упражнениях с преодолением веса собственного тела. Бег на одной ноге.
прыжки с ноги на ногу. Скачки на одной ноге со стремлением к длине шага. Скачки на одной ноге со стремлением к высоте выполняются на носочке. Прыжки через барьеры на двух и одной ноге. Спрыгивание с разной высоты. Высоту спрыгивания необходимо повышать медленно, доводя до 90 сантиметров. В силовой тренировке со штангой решается задача развития силы мышц и скорости движений. Вот некоторые из основных упражнений при занятии со штангой. Глубокое приседание с большим весом. Количество повторений 2-3 раза, со средним весом 5-8 раз. Быстрое приседание можно выполнять 5 раз на время, вес небольшой. Полуприсед с выпрыгиванием выполняется с акцентом на взрывной характер усилий. Ходьба с выпадами способствует укреплению ягодичных мышц задней стороны бедра. Подскоки в продвижении можно выполнять на упругой и заряженной стопе. Подскоки на месте выполняются упруго на носках, стараясь жестко держаться в спине. Поднимание штанги бедром – хорошее упражнение для укрепления мышц, участвующих в высоком поднимании бедра во время бега. Ходьба со штангой на плечах с высоким подниманием бедра. В этом упражнении важно ставить ногу с носка мягким движением сверху вниз. Мерилом подготовки спортсменов являются соревнования. Пройдет немного времени, и сильнейшие прыгуны Советского Союза выйдут на этот сектор в Лужниках, чтобы бороться за звание олимпийского чемпиона.